Друзья, я сегодня хочу рассказать о нашей компании, о нашем продукте, о том, что мы делаем. И я, кстати говоря, не представился, меня зовут Федор Овчинников, я руководитель компании «Додо Пицца», федеральной сети пиццерий, которая до сих пор нет в Москве, и она долго еще не будет. И начну свое выступление с такой истории. Поговорим сегодня об айфонах. Собственно, за 3 дня с момента старта продаж первой, последней версии айфонов было продано 10 миллионов гаджетов. И почему люди покупают айфоны? Все очень просто, это классный продукт. И когда мы покупаем iPhone, мы уверены, что он будет точно таким же, как его показывал Тим Кук на выступлении. Но давайте на минутку представим, что айфоны производятся не на фабрике в Китае централизованно, а в ближайшие, их собирают в ближайшей Евросети. То есть вы приходите в Евросеть и говорите: соберите мне, пожалуйста, iPhone. И вам должны за 15 минут при вас собрать быстренько iPhone. И он должен быть точно такой же, как его показывал Тим Кук на презентации. И представляете, что качество этого продукта, оно целиком полностью зависит от качества операций, которые производятся на точке. Представляете, какая была бы сложнейшая задача у компании Apple в таком случае, чтобы проконтролировать качество всех 10 миллионов айфонов, которые были проданы за 3 дня после старта продаж. Но, к счастью, айфоны производятся не в Евросети, собираются. Но есть такие продукты, которые, к сожалению или к счастью, нельзя произвести централизованно на фабрике из-за сроков хранения, свежести. И при этом мы хотим, чтобы эти продукты были стандартного качества во всех точках, где эти продукты производятся. И, собственно, именно такую задачу решает массовое сетевое общественное питание, фастфуд. Как произвести товар массового спроса, стандартного качества, в тысячах точек, где было бы гарантировалось определенный уровень заданного качества. Собственно, все развитие фастфуда, как производственной системы, надо понимать, что фастфуд – это не продукт, фастфуд – это именно производственная система, когда еда производится в ресторане по принципам промышленного производства. То есть, если ресторан классический – это ремесленное производство. Меня слышно вообще? Вот. А если классический ресторан – это ремесленное производство, где повар может делать много операций, и операции не стандартизированные, продукты сложные, то фастфуд – это фабрика, то есть это ресторан, организованный по принципам фабрики. И развитие фастфуда – это постоянное усовершенствование производственной модели. Макдональдс создает оборудование, которое снижает человеческий фактор, ошибки, огромную сложную систему менеджмента, основанную на контроле, проверках. И, собственно, чем отличается Додо Пицца? Чем мы необычные? Наша компания создает собственную информационную систему, цель которой гораздо глубже проникнуть в производство и контролировать гораздо больше операций, которые влияют на наш продукт, на качество продукта. Чем уникальна эта информационная система? Фактически наша система – это веб-сайт. Что это значит? То, что наша система представляет из себя некое облако, с которым взаимодействуют различные устройства. Мобильные гаджеты, планшеты на кухнях, коммуникаторы, которыми будут ездить курьеры, компьютеры наших клиентов, которые заказывают пиццу, интерфейсы в нашем колл-центре, офиса. Все это объединено в одну систему, в одну сеть. И мне часто задают вопрос, чем же наша система отличается там, от существующих на рынке. Ведь они точно так же автоматизируют производство, но интернет, вот такая именно организация системы, она открывает действительно новые возможности, потому что мы можем гораздо дешевле, гораздо проще делать то, что раньше делать было очень трудно. То есть мы можем в будущем размещать чуть ли не кнопки на кухне, которые может наш сотрудник, работник кухни, фиксировать какие-то операции. Мы делаем бизнес более прозрачным.
Вот, и все это опять же происходит из-за того, что мы делаем ставку на интернет. Я сразу же отвечу на вопрос, который мне постоянно задают, что будет, если интернет отключит. Если интернет отключит, наша пиццерия перестанет работать, она встанет. Точно так же, как если отключат электричество. И мы делаем ставку здесь на технологию будущего, потому что мы понимаем, что через какое-то время интернет будет везде, как вода, воздух. И сейчас я более подробно расскажу о нашей системе, опять же, потому что мне важно показать, чем же она отличается. Я приведу несколько примеров и покажу некие вещи, которые уже реализованы в нашей системе. Значит, такой пример из жизни. Перед нами стоит задача сегодня тиражировать на каждой кухне скорость. Мы хотим, чтобы нашу пиццу собирали так, как меняют колеса на Формуле-1, команда пиццемейкеров. Как это сделать? Мы, конечно же, можем давить на менеджера нашего о том, чтобы он постоянно требовал скорость. Но, как вы сами понимаете, я думаю, здесь среди слушателей много людей, кто связан с общепитом, что это очень сложно тиражировать, очень сложно делать. Поэтому мы с помощью информационной системы сейчас планируем организовать на кухне некую игру, которая будет мотивировать наших пиццемейкеров работать быстрее. Смотрите, на нашей кухне сейчас в каждом участке, где происходит какая-то операция, висит планшет, в котором происходит обмен информацией между человеком, который работает на кухне, и информационной системой. Причем не односторонняя, когда человек просто получает информацию, а двухсторонняя, когда он еще что-то системе нашей говорит. Эта система позволяет нам управлять кухней как заводом. Но сейчас я буду говорить не об этом, а опять же о системе мотивации. Смотрите, значит, вот здесь изображена наша кухня. На каждой станции висит планшет. И вот вы видите планшет, на который попадают наши продукты, пиццы, когда принимают заказ на кассе в ресторане или через единый колл-центр. У нас на все пиццерии, на все сегодня 19 пиццерий, работает один колл-центр, который находится в городе Сыктывкар. И за счет того, что у нас каждая операция фиксируется в системе, причем очень просто, человеку нужно просто нажать кнопочку на планшете, мы знаем время каждой операции. Знаем время, причем мы знаем его сразу же в онлайне, мы можем мотивировать людей работать быстрее с помощью игры. Смотрите, что мы сейчас разрабатываем, и я думаю, что в середине октября мы внедрим, значит, этот блок. Допустим, упала пицца к нам на кухню, на экран, и включается таймер. Если за 30 секунд сотрудник не успевает или успевает, значит, принять эту пиццу в работу, то команда получает зеленый смайлик. Если не успевает, то красный. Сразу же в колонках, у нас на кухне есть колонки, которые говорят и подбадривают людей, которые говорят о том, что поступил новый заказ или нужно перезвонить клиенту, то есть такой искусственный разум в пиццерии. Значит, и здесь система говорит о том, что она играется мотивирующий звук, там ты-ды-дынь, ты-дынь, и пиццемейкеры получают зеленый смайлик. Взяли пиццу в работу медленно, не уложились в норму, играет демотивирующая музыка, там, и, значит, появляется красный смайлик. Тем самым мы закрепляем эмоциями положительные, отрицательные действия. И смена начинает собирать смайлики, если, значит, допустим, они накопили 10 зеленых смайликов подряд, они умножаются на 2. Бинго! И люди, когда у них там 9 зеленых смайликов, они не хотят 10-й красный, они обязательно будут работать быстрее. И так как эта система в онлайне, онлайн-система, мы можем в онлайне соревноваться с другими пиццериями. Причем не только из нашего города, а со всей сети. И команда пиццемейкеров, допустим, из Сыктывкара, может видеть, что они обгоняют команду из Ухты сегодня. И опять же включается игровой азарт. И мы создаем совершенно естественно атмосферу скорости. И вот этот пример, это просто пример того, собственно, как с помощью IT-технологии и вот этой гибкости, когда можем делать графические интерфейсы, что-то изобретать и очень просто это реализовывать с помощью интернета, позволяет делать совершенно новые вещи в этом бизнесе, где качество продукта, как я уже сказал, формируется на точке. Вот я сейчас делаю некий обзор таких интересных функций системы, которые сейчас у нас уже реализованы. В нашей сети пиццерий
которая сегодня на 70%, нет, наверное, процентов на 60% состоит из партнерских пиццерий. Открытая статистика. То есть все наши франчайзи, они знают, сколько зарабатывают их коллеги. Они знают, могут посмотреть в онлайне производительность труда пиццерий, которые работают в других городах. Вот данный это экран, показывающий производительность, это реальные цифры, производительность на выручка на человека в час в конкретных пиццериях. Значит, вот это монитор. Опять же, мы делаем некое коробочное решение для пиццерии, когда управляющий, он видит, значит, в своем дэшборде все там необходимые метрики, которые позволяют им очень оперативно отслеживать бизнес. Вот, это вот среднедневная выручка на человека в час по конкретной сыктывкарской пиццерии за прошлую неделю. Значит, ну, собственно, опять же, суть нашего подхода, что мы, смотрите, фактически являемся на 50% IT-компанией. Но мы не можем сказать, что мы не IT-компания, потому что нашим продуктом является не IT все-таки. Нашим продуктом является франшиза и пицца. Но мы совмещаем две компетенции, делаем как бы идеальный софт для конкретного бизнеса. Этот софт невозможно применить где-то еще, зато он идеально подходит именно для нас. Значит, ну вот пример, как мы работаем, значит, блока персонал. Это, значит, анкеты, которые поступают с сайта. Их можно, значит, менять статусы, значит, очень видеть по статистику. Мы все делаем, пытаемся сделать прозрачным. Если человек долго не отвечает на анкеты, HR-менеджер, мы это видим. Значит, ну, видна, опять же, вся статистика, сколько у нас уволилось, сколько пришло людей. Можно посмотреть некие коэффициенты адаптации, это сколько людей у нас уволилось, допустим, в первые два месяца. Коэффициент текучки, сколько людей в этом месяце уволилось из тех, кто работает более двух месяцев. И эти метрики позволяют нам, во-первых, мы их видим очень оперативно, во-вторых, они позволяют нам сравнивать, опять же, в онлайне сразу же мгновенно со всеми другими пиццериями в нашей сети. Ну, это вот дэшборд был, значит, дэшборд конкретной пиццерии, конкретный день в разрезе на конкретный час. Графики, мы ведем графики в информационной системе, то есть, опять же, все, кто занимается общепитом, особенно фастфудом, знают, что правильно составленное расписание – это фактор, определяющий успех, потому что расписание определяет либо labor cost, то есть стоимость труда, производительность труда, либо качество продукции, потому что если мы выйдем мало людей, то у нас будет плохой продукт. И опять же, система позволяет на основании статистики, бигдаты составлять оптимальные графики. Значит, ну, собственно, о системе я, опять же, готов ответить какие-то, если будут вопросы. Вот, допустим, это личный кабинет сотрудника. У каждого сотрудника есть личный кабинет, который он указывает возможности, когда он может работать, когда не может, и на основании этого система автоматически помогает формировать график. Значит, опять же, это конкурентное преимущество. Мы все знаем, что общепит – это борьба за людей. Часто мы можем зарабатывать, продавать, но главная проблема не продавать, а как привлечь людей, которые будут производить. Собственно, удобная система – это тоже конкурентное преимущество. Ну, это вот конкретный интерфейс конкретного человека с его графиком. Вот. Собственно, почему не делали этого раньше? Почему IT еще так глубоко не входило в процессы? Все очень просто, потому что, вот вы видите, это кухня Макдональдс, потому что технологии были очень дорогие. Чтобы что-то изобрести на кухне, повесить где-то монитор, поменять интерфейс, на старых офлайновых технологиях сделать было это сложно. Просто облака, интернет, это развязывает руки для изобретательства. Знаете, в будущем, я уверен, что появятся печки, где будет стоять Android, которые будут отсылать какую-то информацию в облако о том, сколько пиццы спекли, сколько печь работала, потребила энергии, и мы эту информацию все можем обрабатывать и в сетевом режиме опять же сравнивать. Прозрачность дает эффективность. Сейчас я хочу рассказать вам о том, что представляет наша компания сегодня. Для тех, кто о нашей компании слышит первый раз, наша компания появилась в 2011 году в Сыктывкаре. Сыктывкар – это достаточно небольшой город на севере России. Сегодня мы оперируем в 15 городах, у нас 19 пиццерий и 30 партнеров. То есть до конца года мы
планируем открыть еще 10 пиццерий. Франчайзинг для нас является основным бизнесом, и компания состоит сегодня из трех частей. Это, собственно, франчайзинговая компания, которая развивает франшизу, продает, запускает, поддерживает, развивает наших партнеров, создает условия для развития. Это розничная компания, наша собственная сеть. У нас в Сыктывкаре сейчас 4 пиццерии с выручкой 13 миллионов рублей. И третья компания – это, собственно, компания, которая создает наш главный продукт – это франшиза. Это IT-компания с маркетинговым блоком, с лабораторией, которая создает продукты, стандарты. Вот, собственно, ну, наш интегрированный продукт создает. Собственно, вот это города, в которых мы сейчас работаем, и города, в которых до конца года должны открыться пиццерии, которые сейчас строятся. В 2015 году мы планируем запустить 60 пиццерий по франчайзингу в России, и у нас уже подписаны соглашения по Литве и Казахстану. И также в 2014 году, буквально с недели на неделю, или с дня на день, откроется пиццерия первая наша за рубежом, в Румынии, в городе Брашов. Эта пиццерия откроется тоже по франчайзингу. Пока все наши партнеры – это русскоязычные предприниматели, которые узнали о нашей компании через интернет. И, собственно, Казахстан, Литва – это тоже русскоязычные предприниматели. Выручка сети нашей в августе составила 39 миллионов рублей. Из них 12 миллионов – это наша розничная сеть сыктывкарская, 4 пиццерий. Значит, наш формат, мы работаем в двух форматах. Мы их называем базовый формат и Додо Пицца Экспресс. Базовый формат – это delivery ресторан, пиццерия ориентирована на доставку. Это формат, похожий на то, что развивает Domino's Pizza, Papa John's, но, возможно, с более сильной ставкой на стационарный формат. И я сейчас подробнее расскажу об этих форматах. Значит, базовый формат представляет из себя пиццерию, основной компетенцией которой является доставка. И сам зал мы воспринимаем, продажу в зал мы воспринимаем как доставку до кассы. То есть мы создаем некую комфортную, уютную зону, где могут, значит, наши клиенты отдохнуть, съесть нашу пиццу. Но при этом, значит, мы, конечно же, не предоставляем такой же сервис, как предоставляют демократичные рестораны. То есть в нашем ресторане, значит, пицца подается в коробках, у нас нет официантов. Почему? Две главные причины. Первое, что мы... вот Papa John's развивается в России следующим образом. То есть их главная компетенция всегда будет доставка с точки зрения бизнес-процессов. Но при этом они открывают рестораны с официантами. К чему это приводит? К тому, что люди, клиенты, которые приходят в этот ресторан, они начинают сравнивать этот ресторан с ресторанами, для которых главной компетенцией является все-таки зал. Но никогда Papa John's не сможет с ними конкурировать. И нельзя сидеть на двух стульях, нельзя сразу использовать две бизнес-модели. Поэтому мы понимаем, что для сохранения максимальной технологичности, эффективности, мы не можем ломать наши бизнес-процессы, вводить, допустим, посуду, официантов, потому что мы не обеспечим такого качественного сервиса, который даст тот же там Эль Патио. Поэтому мы делаем некий Starbucks или McDonald's с пиццей. При этом мы стремимся сделать этот формат конкурентоспособным и комфортным для клиентов. Мы делаем некое антикафе с пиццей, смесь пиццерии. И фактически мы превращаем некие наши минусы в плюсы. Смотрите, наш формат, где до 70% приносит доставка, а иногда же там, до 80%, позволяет располагать наш ресторан не в таком проходном месте, как должен располагать его Макдональдс или KFC, который живет только за счет стационара. Мы можем позволить себе более дешевую аренду, и тем самым мы не заставляем, не выжимаем максимум из зала. То есть мы можем сделать более комфортные места, мы можем позволить нашим клиентам дольше там находиться. И тем самым мы делаем наш минус нашим конкурентным преимуществом.
Мы позволяем нашим клиентам и способствуем тому, чтобы они играли в настольные игры, приходили компаниями, сидели, слушали музыку. Мы, кстати, развиваем собственную радиостанцию, интернет-радио Dodo FM. Опять же, это часть нашего продукта для пиццерии. Это радио транслируется в пиццериях. И уникальность этого радио в том, что там играют региональные группы, которые прошли определенный фильтр. Потому что очень много качественной музыки сегодня. Опять же, интернет позволяет развиваться не только региональным бизнесом, но и там музыкантам. И вот это радио как раз объединяет этих музыкантов. Вот, собственно, наше меню. 80% меню составляет пицца. Мы делаем пиццу американского типа на дрожжевом тесте. Тесто производится либо в пиццерии, либо, если это более двух пиццерий, тесто, для теста строится производственно-распределительный центр, потому что качественное тесто можно производить только централизованно, в сетевом формате. Также в нашем меню есть сэндвичи и наш фирменный горячий сэндвич «Дотстер», который занимает в некоторых пиццериях до 15% продаж. Значит, именно сэндвичи и «Дотстеры» — это продукты, которые делают наш формат более привлекательным именно для стационара, клиентов стационара. Потому что пицца, как вы знаете, мы не продаем пиццу кусочками, как с бара. Мы продаем пиццу только целиком, которая делается исключительно под заказ для клиентов. Собственно, вот, наверное, слайд, который всех интересует. Это выручка наших пиццерий. Значит, мы, опять же, почему здесь вы видите выручку? У нас, в нашей компании много особенностей уникальных. Одна из особенностей – это открытость. Наша компания открыта, управляющая компания открыта, и мы открыты перед клиентами, и, в принципе, мы не скрываем выручку, мы с помощью, опять же, это нам позволяет смотреть правде в глаза, мотивировать себя и привлекать инвестиции. Наши многие франчайзи-партнеры, опять же, с помощью открытости привлекают инвестиции для развития. Вот, средняя выручка сегодня ресторана составляет 2,5 миллиона рублей. Средняя рентабельность, именно средняя, сегодня 17% пиццерий. Ну, соответственно, есть рентабельность пиццерий, которые только открылись, она отрицательная, и до 25% у нас есть пиццерии, которые показывают операционную рентабельность. Фудкост нашим, общий фудкост с учетом потерь на производстве составляет 28-33% в зависимости от, опять же, доли доставки ресторана. Чем больше доля ресторана, зала, тем выше фудкост. Чем больше доставки, тем ниже фудкост, потому что выше средний чек, значит, больше продается пицц, а у пицц выше фудкост, чем у сэндвичей. О, ниже, сори. Значит, лейбл кост составляет у нас, опять же, в среднем 18-25% в зависимости от выручки пиццерии. Есть пиццерии, которые показывают значительно лучший лейбл кост, но, опять же, это случай пиццерии с очень высокой выручкой. Ну и, собственно, в целом стоимость открытия. Значит, сегодня наш базовый формат, который мы... У нас есть неких два таких субформата. Это народная пиццерия и классическая пиццерия наша. Смета варьирует от 4 до 10 миллионов рублей. 4 миллиона рублей – это маленькая пиццерия, значит, с неким упрощенным дизайном, с упрощенной кухней. И, скажем так, от 6 миллионов рублей – это пиццерия, которая способна к очень высокой производительности, которая, производственная модель, которая специально открывается для рынков, где возможны большие продажи. Окупаемость пиццерии составляет 1-3 года. Опять же, цифра зависит от... вообще наша сеть существует не так долго. Мы существуем с 2011 года, поэтому я думаю, что основные данные по окупаемости, они будут впереди. Но по тем цифрам, которые есть сейчас, по рентабельности, окупаемость, она от 1 до 3 лет. Были пиццерии, которые окупались менее чем за год. Вот, но я, опять же, не сторонник там за как-то приукрашивать цифры. И, опять же, вот возвращаясь к смете, хочу сказать, что смета 4-10 миллионов, она включает все.
от стоимости обучения, стоимости, значит, размера, допустим, убытка первых месяцев, которые нужно обязательно включать в инвестиционные расходы, рекламная кампания. Вот. Часто просто, когда говорят о стоимости и приводят некую маркетинговую цифру, указывая просто стоимость оснащения кухни, допустим. Также хочу рассказать о формате Додо Пицца Экспресс. Этот формат мы создали, значит, специально для фудкортов. И, значит, уникальность этого формата, там работает правило 7 минут или пицца бесплатно. Значит, когда мы нам предложили открываться на фудкорте, мы долго думали, и самая главная задача была, как, не изменив нашу корневую производственную модель, продажу пиццы целиком, не кусочками, быть конкурентоспособными и привлекательными на фудкорте. Все вы знаете, что на фудкортах, как правило, работают операторы пиццерии, которые продают пиццу кусочками. Но мы видим в этом модели очень большие риски, потому что есть большая вероятность, что клиенту будет продана либо пицца, которая лежала слишком долго, то есть не вау-продукт, а наша задача, как вы поняли с начала моего выступления, продавать именно классный продукт во всех точках, либо клиент будет ждать, когда, значит, пицца не готова. То есть, и это тоже часть нашего продукта, потому что наш продукт – это не пицца, а комплекс из сервиса и продукта. И когда мы думали, что, как нам продавать пиццу целиком на фудкорте, мы решили, что нам нужно дать гарантию человеку, что да, он будет ждать 7 минут, но это будет гарантированно. Он может оплатить и пойти сходить в магазин, и гарантированно ему сделают пиццу за 7 минут целиком. Это будет вау-пицца, потому что она делается под клиента из там, специального теста, она будет из печки только для него. И мы думали о том, что как сделать формат, который будет находиться между, условно, Макдональдсом с бара и KFC, и как вот человек будет идти, он не знает, что такое Додо Пицца. Но как сделать так, чтобы его привлекло? Как продать себя на этом фудкорте? Потому что фудкорт – это территория такой совершенной конкуренции, когда огромное количество концепций предлагают себя. И мы придумали концепцию 7 минут или бесплатно, когда, значит, приготовление пиццы совмещено с неким шоу. У нас, значит, на специальном экране, когда человек заказывает, появляется его заказ, и включается таймер. И если, значит, мы не успеваем, то клиент видит, там краснеет экран, и он получает сертификат на подарочную пиццу, которую можно заказать в следующий раз совершенно бесплатно. Знаете, когда мы придумали этот формат, как появилось 7 минут? Значит, 5 минут – это нереально, потому что пицца только выпекается где-то 3-3,5 минуты в хорошей печке. Я сейчас говорю, опять же, о дрожжевом тесте, о пицце американского типа. 10 минут – это много, потому что скажи человеку 10 минут, он это не вставит. А 7 минут – это что-то среднее, это красивая цифра. И мы не знали, как нам делать за 7 минут. Я позвонил нашим менеджерам и сказал: ребята, мы будем делать пиццу за 7 минут. Они говорят, это невозможно, но, а как оказалось, это возможно. Значит, и модель работает, потому что мы все оптимизировали под эти 7 минут. Мы оптимизировали, мы убрали большие пиццы, мы делаем только один вид, один размер пиццы. Там оптимизированы, значит, процессы. Каждый шаг пиццемейкера, сейчас мы открываем вторую точку на фудкорте в Сыктывкаре, и там уже извлечен опыт из первой точки. Мы там просчитываем каждый шаг, чтобы все было оптимально, чтобы каждую секунду мы не могли потерять, мы не можем потерять. И задача, чтобы наши клиенты говорили «Вау!» или конкуренты, как они это делают. А это делается из тысячи маленьких деталей, в том числе из информационной системы. Этот формат имеет полностью открытую кухню, он очень красивый, там специальный дизайн кухни, и клиенты видят, как у них на глазах делают пиццу. Вот я сам лично в одном из наших дней мы делали пиццу, я выходил, помогал ребятам. Значит, собственно, как я уже сказал, главный продукт нашей компании – это франшиза. Мы всегда будем развивать нашу собственную сеть розничную.
потому что именно там мы можем напрямую общаться с нашими клиентами, чувствовать продукт, процессы. Но все-таки главным бизнесом, на котором мы фокусируемся, главный продукт является франшиза. И что мы даем сегодня нашим франчайзи? Безусловно, франшиза, надо понимать, что это потребительский, значит, это товар. И как и любой товар, он должен обладать некими потребительскими свойствами. Когда люди покупают франшизу Макдональдс, они покупают товар, у которого есть бренд. Они знают, что им не нужно будет привлекать клиентов, клиенты будут знать Макдональдс. И, конечно, они покупают технологии. Есть франшизы, когда покупается исключительно бренд. В нашем случае мы понимаем, что у нас еще нет бренда, но мы продаем технологии и стараемся, чтобы эти технологии были максимально, чтобы этот продукт был максимально технологичным и конкурентоспособным. И, собственно, что входит в наш франчайзный пакет? Ну, собственно, это наша информационная система. Что она дает? Конечно, мы не заменяем там 1С, бухгалтерию. Мы даем систему, которая управляет только пицца-бизнесом. То есть это управление производством, всем полностью. Мы принимаем в нашу систему заказы на кассе, через единый колл-центр. У нас в нашей сети все заказы принимаются, как я уже сказал, в одном колл-центре. Это позволяет контролировать качество приема заказов, фиксировать, значит, ошибки, работать с ошибками. Ну и, конечно же, когда мы принимали заказы в пиццериях, мы не могли добиться именно качественного приема заказов. И, безусловно, это снижает издержки для наших партнеров, франчайзи. Также наша информационная система дает единый сайт. Сайт, собственно, это и есть часть системы. Когда человек принимает, оформляет заказ на сайте, и, значит, пиццемейкер сразу же мгновенно видит этот заказ на кухне у себя на планшете. И нажав на планшете то, что он принял эту пиццу в работу, клиент на сайте видит сразу же мгновенно, что его пиццу начали делать. То есть все полная прозрачность. И знаете, что дает наша система? Вот если зайдете на сайт, у нас есть инвестиционный сайт для наших инвесторов Додо Пиццы, и там у нас в онлайне отображается выручка всей сети. Если прийти в какую-то пиццерию купить кофе за 65 рублей, то выручка на этом сайте мгновенно увеличится на 65 рублей. Вот, это дает возможность интернет. Точно такие же возможности дает по мгновенной передаче информации внутри производства. Вот, безусловно, что из этого можно сделать очень много нового, интересного, и что нам предстоит. Вот, система совершенно бесплатная для франчайзи. Ну, она входит, скажем так, в франчайзинговый пакет, им не нужно покупать AirKeeper, там, Айка. Собственно, там есть модуль персонал, учет. Какие-то, сразу скажу, что мы не продаем готовый продукт. Мы его постоянно, и этот процесс никогда не остановится, будем улучшать. Поэтому, конечно, надо понимать, что система, она еще, возможно, неполноценна, но уже позволяет, как бы, оперировать пиццериям, там, оборотом 6 миллионов рублей, сетям с оборотом 12 миллионов рублей. Вот. Также, значит, мы делаем ставку на мощный учебный центр. До данный момент центр находится в Сыктывкаре. Все наши франчайзи проходят обучение в учебном центре. Мы рекомендуем всем франчайзи отправлять к нам менеджеров, управляющих на обучение. И опять же, мы понимаем, что от качества учебного центра на самом деле зависит скорость развития и качество работы наших партнерских пиццерий. Значит, мы предоставляем стандарты и технологии. У нас есть развитая там база знаний для франчайзи, где есть все, значит, стандарты для ведения бизнеса, линейные стандарты, стандарты и кейсы там по управлению сменой пиццерии. Опять же, этот продукт постоянно развивается, и тут не только наша работа, мы создаем, опять же, некую... Наша задача главная – это постоянно получать обратную связь от партнеров и улучшать наши решения общие. Также мы проектируем пиццерии, формат постоянно развивается, и, значит, мы оказываем услуги по проектированию, это все входит в франчайзинговый пакет. Значит, мы ведем стартап,
помогаем, значит, быстро открыть пиццерию, значит, продумываем там, как ее строить, и сводим наших партнеров и поставщиков. У нас есть пул поставщиков, которые, значит, мы рекомендуем нашим франчайзи. Опять же, забегая вперед, наша политика в том, чтобы мы не зарабатываем ни на чем, кроме как на роялти. И мы никогда там не навязываем поставщиков. У нас внутри компании там полная рыночная экономика. Если какой-то поставщик наш делает что-то дорого, франчайзи может заказать в другом месте. Главное, чтобы качество продукции было такое же. И это заставляет наших же поставщиков постоянно улучшать условия. Мы также там не зарабатываем на поставках. Даже бонусы, которые мы получаем от федеральных поставщиков, мы переводим в некий, создаем сейчас некий открытый фонд, и наши партнеры будут видеть, куда идут эти деньги, и наша цель — эти деньги расходовать на развитие партнерской сети, то есть на проведение конкурсов среди пиццемейкеров, там, оплаты поездки там, команды пиццемейкеров, которые выиграли, допустим, наш Дода-чемпионат на остров Маврикий, где жила птица Дода. Вот. Но, собственно, это нам, эта открытость создает доверительные отношения, и в стратегическом перспективе, безусловно, мы считаем, что от этого гораздо больше плюсов для нашей компании. Также мы полностью занимаемся и передаем нашим франчайзи дизайн, интерьеры проектируем пиццерий. Дизайн постоянно развивается, мы видим в дизайне серьезную часть нашего продукта. Каждый год дизайн приобретает новую некую итерацию, и, значит, мы готовы к созданию неких уникальных пиццерий, флагманских, допустим, для центра города, мы конкретного локального рынка, мы готовы делать некие уникальные дизайны, потому что, опять же, наша задача сделать очень комфортный, конкурентоспособный стационарный формат. Также мы предоставляем нашим франчайзи маркетинговые программы. Серьезно, я думаю, что поддержкой и ценностью является наша программа сезонных продуктов. Каждый месяц мы запускаем во всей сети сезонный продукт, под который создается рекламная кампания с хорошим продакшеном. И это позволяет, опять же, мы не запускаем локальных продуктов. У нас единое меню на всю Россию. Единственное исключение сейчас — это Махачкала. У нас там открывается пиццерия с меню, где будут адаптированные рецепты под мусульманский регион. Там не будет свинины и будут некоторые халяльные ингредиенты, но в целом продукты будут те же самые. Помимо сезонных продуктов, у нас есть мощная база решений по выходу на рынок рекламных кампаний, по захвату рынка. И опять же, наша задача не только самим создавать какие-то решения, но и использовать тот творческий потенциал, который есть у партнеров-предпринимателей, и делиться этими решениями со всеми нашими пиццериями в сети. Также мы, собственно, предоставляем нашим франчайзи единый сайт. Это есть наша информационная система, он интегрирован с информационной системой. На сайте много интересных штук. Например, каждая пиццерия транслирует, как производится пицца. Опять же, это принцип открытости перед клиентами, который, собственно, не дает нам возможности работать плохо, использовать какие-то двойные стандарты. И клиент, заказав пиццу на сайте, может смотреть, как она производится. С информационной системы идут данные, какие пиццы сейчас в производстве, и он видит прямо свою пиццу. Когда пиццемейкер нажимает на планшете на кнопочку с его заказом, клиенту выводится сообщение: ваша пицца сейчас готовится, и он может видеть, как ее делают. Безусловно, что это часть маркетинга, как внешнего, так и внутреннего. Это действует и на сотрудников, и на клиентов. Также сайт принимает там, условно, заказы по картам, все там очень быстро и легко обновляется. И опять же, интегрирована система, если там изменили какие-то цены, описания в системе, то это все мгновенно меняется на сайте. Еще хочу сказать, что все наши пиццерии работают по принципу 60 минут на доставку или пицца бесплатно.
В Румынии это правило изменено на 45 минут или пицца бесплатно. Опять же, под это правило у нас создана бизнес-модель, то есть все на кухне организовано так, чтобы выполнить это правило, начиная от производства пиццы, заканчивая планированием графика курьера. И заказав пиццу на сайте, у человека включается таймер, он сидит, смотрит, когда ему привезут пиццу, значит, он видит, как идет время, и опять же, это элемент шоу. Ну, также мы даем единый колл-центр, услуги колл-центра платные, но, значит, франчайзи оплачивают, так же, как и наша розничная компания. Колл-центр – это внутренний аутсорсинг, компания принадлежит нам, мы контролируем качество, мы не можем отдать этот процесс на аутсорсинг полный, но колл-центр работает на точке безубыточности. То есть наша нет задачи зарабатывать на нем, есть задача оказывать качественные услуги. И, конечно, когда партнеры отдают на аутсорсинг, на качественный аутсорсинг эту функцию, то у них развязываются больше, получается, возможности, чтобы быстрее развиваться. Фактически, чтобы открыть нашу пиццерию, нужно повесить планшеты, включить Wi-Fi, дать рекламу, и начнут падать заказы на кухню. С сайта, с колл-центра, с ресторана. И вот, также, значит, у нас есть программа федеральная оценки качества. У нас есть отдельная компания Dodo Controlling, которая составляет некий рейтинг качества. Мы, в принципе, беспрецедентные усилия предпринимаем, чтобы сделать этот рейтинг объективным. У нас проводится 8 проверок в месяц каждой пиццерии. В Макдональдсе проводятся 2 проверки в месяц. И опять же, задача сделать так, чтобы это были реальные проверки, чтобы не было такого, что все знают, кто такой тайный покупатель. И почему мы делаем такую ставку на это? Потому что рейтинг качества в совокупности с информационной системой позволяет нам дать больше свободы партнерам. То есть для нас главное качество. И нам не надо там жестко совсем контролировать, как работают партнеры, потому что главное показатель – это качество. И это объективность. Когда, допустим, у нас встает вопрос, кому отдать из наших партнеров хороший город, мы не будем отдавать тому больше денег или того, кто лучше отношения там с нашим менеджером по развитию. Все очень просто. У кого лучший рейтинг качества, тот и получит лучший рынок. Но потому что это рейтинг качества – это отражение менеджмента, насколько пиццерия качественно управляется. И теперь вы понимаете, насколько важна объективность рейтинга качества. У нас от рейтинга качества зависит зарплата у управляющих. Управляющие, соответственно, требуют выполнения этого рейтинга от наших менеджеров смен и так далее. Также, ну, маленькая такая бонус. Наши франчайзи получают еще мобильное приложение. На данный момент оно только для айфона. Дальше это будет для других операционных систем. И мы, опять же, буквально через полмесяца запускаем систему лояльности, которая будет реферальная, чем-то напоминает систему лояльности, может, кто слышал, сети Killfish. Значит, это тоже, я думаю, что серьезное преимущество нашего продукта. Также, ну, я уже рассказал о системе поставок, о том, что принцип компании, что мы не зарабатываем на поставках, мы зарабатываем только на роялти. И наша цель, чтобы даже маленькая пиццерия получала продукцию сетевых поставщиков точно на таких же условиях, на каких получает ее там сеть, и самая крупная сеть, входящая в нашу сеть пиццерий. Вот, значит, сколько все это стоит? Ну, помимо открытия, я уже как бы о смете рассказывал, это 4-10 миллионов в зависимости от масштаба пиццерии. 350 тысяч рублей плюс НДС, паушальный взнос разовый, и 3,5% роялти с выручки. Это в первый год работы и 5% со второго года работы. Роялти у нас прогрессивная, мы даем возможность предпринимателям стартовать на лучших условиях, потому что мы сами предприниматели понимаем, что такое запускать бизнес. И самое главное, что мы делаем ставку на людей. Что это означает? Что если к нам приходят люди и говорят, что у нас много денег, для нас это не привично, для нас привично
именно их предпринимательская способность, мотивация, готовы ли они фокусироваться на этом бизнесе, действительно строить сети, потому что, опять же, наша модель предполагает, что все наши партнеры постепенно выстраивают сети, потому что мы не можем в одном городе, наша модель не допускает, чтобы в одном городе были разные франчайзи, так как у нас единая зона доставки, поэтому мы делаем ставку на сильные сетевые компании. Также мы активно занимаемся развитием наших франчайзи. Каким образом? Мы соединяем инвесторов и предпринимателей. Буквально вчера мы с одним крупным банком провели переговоры и договорились о том, что банк будет пробовать финансировать наших уже франчайзи, которые имеют пиццерии, по специальной программе. Также мы, у нас есть несколько историй успеха, достаточно даже много, когда мы помогали нашим франчайзи найти инвестиции от частных инвесторов. Мы здесь оказываем некую функцию информационную, то есть мы сводим капиталистов и предпринимателей и информационную поддержку. То есть мы, скажем так, рекомендуем некие схемы, которые бы сбалансировали интересы инвесторов и предпринимателей. Собственно, где все это можно посмотреть? У нас есть пиццерия недалеко от Москвы, в городе Долгопрудный. Вот вы ее видите. Она открылась достаточно недавно. Мы уверены, что она будет расти. На данный момент выручка у нее более 2 миллионов рублей. Вот. Но, конечно же, потенциал рынка и пиццерии гораздо-гораздо больше. Собственно, вы можете съездить в Долгопрудный и посмотреть наш формат, нашу сеть в действии. Более того, опять же, наша компания открытая, и если вы попросите провести вам экскурсию по кухне, я уверен, что вам с удовольствием ее проведут. Единственная просьба – не приезжайте в пиковые часы. Если хотите посмотреть, приезжайте в будни утром, тогда вам действительно проведут экскурсию.